Самому взрослому прыгуну теперь 87 лет. Ветеран Великой Отечественной Борис Графов совершил прыжок с высоты 69 метров. Борис Михайлович прошел войну, всю жизнь проработал на высотных объектах. В парк пришел с твердой решимостью прыгнуть с высоты 207 метров и в качестве разминки совершил первый прыжок с высоты 69 метров. А за пару дней до этого скайпарк посетил Евгений Захаров, 1936 года рождения, и также бесстрашно покорил эту высоту.